Приветствую вас. Дело, как вы понимаете, в негативе. То есть очень важно понять, с какого момента с вами происходит вот такая ситуация и что изменилось в вашей жизни. Отсутствует ли в вашей жизни стресс, отсутствует ли постоянный негатив, угроза вашей жизни и так далее. Потому что в данном случае именно это является образующей средой для подобных проявлений. Если вы много испытываете на себе влияние негатива, если вы часто, допустим, конфликтуете, ссоритесь, ругаетесь, если вам говорят какие-то негативные, плохие вещи, то логично, что вам будут сняться именно такие сны. Сны – это и есть работа подсознания. И, соответственно, то, чего вы боитесь, то, чего вы опасаетесь, в символической форме, в форме страха, примечивается и проявляется у вас во снах. Соответственно, как бы любой человеческий сон – это есть отражение через внутренний образ отношение к ситуации. И в данном случае, мне кажется, что вы подсознательно хотите сбежать от проблем, решить их таким образом, то есть разом прекратить все конфликтные ситуации. И вам, наверное, не видится другого выхода сейчас из своего положения. Расположение свое вы воспринимаете как безысходное. Соответственно, если это так, если это действительно отражает вашу ситуацию, то для прекращения данных сновидений нужно проработать вашу среду, в которой вы находитесь, разобрать конфликты, в которых вы участвуете, принести в вашу жизнь больше позитива, стараться направить свои силы и энергии на конструктивные предметы, в конструктивное русло, в полезное, созидательное, и стараться ограждать себя от негатива, от тех моментов, которые вас раздражают, вызывают у вас неприятные ощущения и так далее. А люди, которые являются источниками этого, если это люди, но ставится в том, чтобы вы лучше понимали причину такого их поведения, чтобы вы лучше осознавали, почему они так себя ведут. Осознание этого даст вам необходимое средство для того, чтобы ограждать себя от их негативного влияния и перестать воспринимать этих людей как равных себе. Изменить свое отношение к ним. Перестать быть на одном с ними уровне, и тогда у вас все наладится. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен.